Сегодня готовим традиционный суп из ядовитых грибов. В качестве ядовитых грибов я возьму строчки. Строчки бывают и ядовитые, и не ядовитые. Но когда я опубликовал в сообществе YouTube фотографию с целой раковиной грибов, и мне сказали, да что вы, полная раковина яда. Просто ребята не знают, которые комментируют там. Нужно просто отличать ядовитые грибы от неядовитых. Об этом я расскажу чуть позже.